Ну и возвращаясь к теме Дня народного единства, массовые гуляния прошли в Махачкале. Праздничный концерт в центре города собрал более 2000 человек. О том, как все было, расскажут наши корреспонденты. Национальные костюмы и танцы, стихи и песни. Столица республики встречает День народного единства. К празднику участники готовились очень тщательно. Многочасовые репетиции, волнение, подготовка сложных национальных костюмов. Участники с удовольствием рассказывают об особенностях своего наряда. Это оккультный костюм. Он отражает духовную культуру народа, его психологию, философию. Это как бы голос из прошлого и надежда на лучшее будущее. Несмотря на то, что внутри огражденной территории не всем хватало места, зрители на протяжении нескольких часов стоя наслаждались концертной программой. Как отмечают организаторы мероприятия, праздник направлен на сплочение и объединение народов Дагестана. И сегодня очень важно нам друг друга поздравить и еще раз сказать о том, что мы едины, мы единая нация. Мы должны все усилия прикладывать для того, чтобы сохранять мир, чтобы мы могли дарить друг другу праздники. Завершилось мероприятие национальной песней в исполнении лучших артистов столицы. Ума Ибрагимова, Ибрагим Магомедов. Время новостей.